Всем привет! На экране уже привычный герой, вы его видели в ролике по посадке. В конце видео будет на него ссылочка и в описании тоже будет ссылочка. Значит, очень далеко я не ушла. Посадила, сидела, крутила в руках, рассматривала, что да как. И так, знаете, уже думаю, ну все, сейчас переставлю куда надо, где он у меня будет всегда стоять, откинулась на стуле и увидела. Посмотрите, вот это же цветонос. И тут я такая вся радая, на самом деле. У меня, как всегда, двоякие чувства. Да, растение взрослое, потому что вот есть сухие цветоносы, вот. А, потому что я не люблю, он на адаптации, он сейчас будет терять силы, сейчас зима, будет тяжело, он будет страшно худеть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, и тут цветонос, и так, ай, блин, не хотела бы я, лучше бы новый рост, лучше бы новые корни. Но, блин, цветонос, ну так хочется посмотреть на цветение, потому что очень мало фотографий этого гибрида, цветения этого гибрида. Есть в основном фотографии родителей. Еще один цветонос. Блин, и оно, знаете, с одной стороны, такая радость. Еще один цветонос, ёшкин кот. И четвертый, и пятый. Ё-моё, и шестой. Так, извините, я тут отвлеклась, поверх камеры смотрю. И вот здесь вот, как бы повернуть. Подходи. Вон он, шестой. Так, давайте поиграемся. Там чуть-чуть рукой закрываю свет. Так, сильно некрасиво яркость. Не будем играться с яркостью. В общем, блин, 6 цветоносов. И я не знаю, смеяться или плакать, потому что, ну, блин, не люблю я это дело. Но, ну, вот здесь, вот честно скажу, 2 цветоноса реально крупных. 3 даже. А 3 таких поменьше. Ну что ж, уже... Маему-шумаему, поэтому ждут красотку антистресс, ждет красотку удобрение на цветение все-таки. Если она хочет цвести, то что ж, надо ей помочь, подкормить. Это будет удобрение с повышенным содержанием ПК, то есть фосфора и калия. И, ну, конечно же, все на то, чтобы ее сохранить. Вот когда не знаешь, как тебе на это реагировать, и появляется этот нервный смешок, нервный юморок мой. Ох, ну, в общем, цветоносы, что ж, будем наблюдать. Орхидеи – это всегда интересно, это всегда эксперимент. Это будем наблюдать за этим, за всем. Ну что ж, посмотрим. Я надеюсь, что я справлюсь. И... Да, я постараюсь ей уделить отдельно внимание, отдельно это будет максимум внимания от меня. Это, возможно, будут какие-то дополнительные действия. Хотя, вот тут хочу предупредить, в таких ситуациях, я всегда это себе говорю, я знаю, что у меня это работает, не залюби. Не залюби и не испорть все своим излишним вниманием. То есть, на самом деле, очень часто лучше... поставить и оставить в покое, и орхидея сама разберется. Но тут, когда я говорю, что будет максимум от меня внимания, это я имею в виду, что я буду максимально часто наблюдать насчет, как себя будут вести бульбы, насчет того, насколько все будет желтеть, и будет, конечно же, немножко отдельно в плане удобрений. То есть будет такой, реально уклон будет на сохранение куртины и на помощь. Потому что цветоносы уже есть, они уже идут, она уже будет цвести. И поэтому стоит все-таки, если она уже будет цвести, то помочь ей процвести без каких-то потерь. Вот так вот. Ой, в общем, не знаю, радоваться или нет. А вы, кстати, вот мне всегда интересно, вы радуетесь, когда у вас такое, или вы печалитесь? Потому что я на самом деле всегда... Ну, не то чтобы в панику впадаю или прям печалюсь и разочаровываюсь, но мне всегда бы, блин, хотелось, чтобы лучше это был новый рост, или лучше бы она просто поспала у меня, отдохнула, а уже вот
Потом на следующий год процвела, или там через 2 года. Ну, вот такая я странная в этом вопросе. Хотя, может, я и не странная. В общем, мне, кстати, очень-очень интересно почитать, как у вас, как вы к этому относитесь. Любите ли вы, когда у вас вот так вот цветут растения новые? Потому что я даже, когда выбираю, я всегда стараюсь просить без цветоноса. Или там у кого корней побольше листьев. То есть, когда у меня есть выбор, я стараюсь взять именно растение, которое в рост, все в рост. Ничего в цветении, все в рост. Но вот так. На этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел до конца. Тут сейчас уже вылетели, наверное, или будут как раз вылетать подсказочки и ссылочки на другие мои ролики. Жмите, не стесняйтесь. И в описании заглядывайте, там тоже много всего интересного. Не забывайте ставить лайки, подписываться, если вы еще не подписались, писать комментарии, делиться этим видео с друзьями. А на этом все. Ой, всем спасибо за просмотр. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.